80% выпускников-медиков обеспечили работой в Карагандинской области. В городе прошла ярмарка вакансий, где с будущими врачами медицинские организации подписали договоры о сотрудничестве. В этом году Карагандинский государственный медицинский университет заканчивает 704 специалиста. Выпускники Карагандинского государственного медицинского университета уже знают, чем будут заниматься после окончания вуза. 622 человека ждут в больницах страны. В их числе Евгений Хабло, будущий хирург, уезжает работать в Лисаковск. Мы выбрали этот небольшой город, потому что там предоставляется муниципальное жилье. Поскольку сейчас программа развития моногородов позволяет достаточно хорошо там себя реализовать. В этом году Карагандинский государственный медицинский университет заканчивает 704 специалиста. Оставшиеся акушер-гинекологи и педиатры продолжат обучение в резидентуре. ВУЗ имеет более 300 договоров со всеми областями республики. И выпускники медуниверситета могут спокойно пройти практику в любом из регионов страны. На сегодняшний день актуальность представляет это врачи общей практики. Актуальность представляют это узкие специалисты, это лор-врачи, реаниматологи. Это в травматологах нуждается практическое здравоохранение, нуждается в акушерах-гинекологах. А 297 молодых специалистов уедут в села и аулы. Они будут работать в амбулаториях и поликлинических организациях районов области. В ВУЗе отмечают, по госзаказу у них трудоустраиваются 100% выпускников. Юлия Землянова, Хабаровск.